от себя лично, от всего Николаевского городского совета поздравить вас с праздником. Особенно хочу поздравить их с праздником настоящих патриотов нашей страны, Днем защитника Украины. Я приношу слова глубокого соболезнования всем семьям тех, кто не вернулся с этой войны. Хочу пожелать всем ребятам, которые стоят в форме, чтобы вы вернулись все домой живыми и невредимыми. Помните, что вас ждут дома живыми. Мы вас ждем, мы вас верим. С праздником всех. Всего самого хорошего всем.